Приветствую. Подумал, что надо что-то слепить на Хэллоуин, поэтому решил по-быстрому сварганить тыкву. Собирал я ее из того, что было, поэтому ничего экстраординарного она не умеет. В основном она крутится и угорает. По традиции STL-файлы деталей по ссылке в описании. Печатаем их. По комплектации деталей немного. Это поворотная платформа, держатель для модуля зарядки аккумулятора и сама тыква. Тыкву хорошо бы покрасить, для этого сначала нужно покрыть ее акриловым грунтом. Ну а потом начинается то, чем я не занимался со школы. Красим тыкву акриловыми красками. Электронные потрошки тыквы выглядят как-то так. Для начала нужно залудить контакты аккумулятора. В интернете полно гайдов, как это сделать. Советую почитать это там, так как я сам этим первый раз занимаюсь. Вставляем модуль зарядки в платформу и фиксируем его там держателем. Тумблер просто вставляется в платформу и припаивается. Для повышения напряжения слития ионного аккумулятора до 5 вольт используется повышающий модуль питания. Крепится он на двухстороннюю ленту. Один из его входных контактов разрывается тумблером. Питание разводится сразу в несколько мест. В качестве управляющего контроллера используется Arduino Pro Mini. А также крепится на двухстороннюю ленту. Чтобы потом не париться с разборкой, можно ее заранее прошить. Вставляем сервопривод в платформу. И перекручиваем его. Для сигнальных линий использую тонкий монтажный провод. Припаиваю его напрямую к Ардуинке. Тут же можно сразу припаять и аккумулятор. После чего он крепится держателем. Прикручиваем фигню от сервопривода к крышке платформы. Сигнальному контакту светодиодного модуля следует впаять токоограничивающий резистор. После припаивания всех контактов модуль лепится к платформе на двухстороннюю ленту. После чего можно прикрутить к крышке тыкву. Ну и прикрепить крышку к сервоприводу. Для воспроизведения звуков нужен динамик. Свой я снял со старого телефона. Для усиления звука с Ардуинки нужен любой транзисторный ключ. У меня завалялся только такой высоковольтный. Снял с него клемники для уменьшения габаритов. Да здравствует двусторонняя клейкая лента. Прикручиваем шляпу тыквы. И как-то так. Осталось только прошить. Код лежит соответствующим репозиторием на GitHub. Там можно найти прошивку для Ардуинки.
Рядом с ней лежит заголовочный файл со звуковой дорожкой. Ее можно поменять. Дальше расскажу как. Если же вам сойдет и мой звук, то следующие операции можно не делать. Для начала вам придется скачать программу Audacity. Она бесплатная. Выставите частоту проекта 8 кГц и запишите ваш звук. Удалите лишние части, так как в Arduino не влезет больше 2-3 секунд аудио. Также иногда следует произвести компрессию. Самое важное — это правильно экспортировать файл. В графе «Тип файла» выбираем прочие нежатые файлы. В графе «Заголовок» — RAW без заголовка. В графе «Кодировка» — беззнаковая 8-битная PCM. Ну и сохраняем. Дальше открываем скрипт и запускаем его. В результате сгенерируется заголовочный файл, который нужно переместить в папку со скетчем. Выглядит он как-то так. Также в скетче есть параметр, при помощи которого можно немного ускорять и замедлять аудио. При его базовом значении звук будет воспроизводиться без изменений. То есть как-то так. Мне же больше нравится вариант с уменьшенным параметром. Ну и все. Заряжать тыкву можно обычным USB-блоком питания.